Кто ел яичницу с осьминогом, а? Запомните меня такой. Нам предлагали яхту за 600 евро. Это местная Чурчхела. Доброе утро. Сегодня цикады переместились вот на какое-то там из деревьев. То есть не здесь сидят, а уже где-то. Сегодня не разбудили, сегодня мы встали сами. Погода солнечная. Решила разжарить осьминога. Оставшегося сейчас залью это все яйцом. И это будет очень вкусно. Кстати, у меня уже все это дело горит. Такая красота у нас получается. Кто ел яичницу с осьминогом, а? У нас тут заряжается все, готовится. Капец. Да, зарядить больше негде, потому что переходник только здесь. Вот такая красота. Сейчас буду завтракать. Остатки осьминога. Ну, убейте меня. Да, я кошек кормлю осьминогом. Отнесем мы кошкам остатки. Вот пакетик приготовила. А за окном лето. Мы собрались постричься в салон. Записали сегодня на 11 часов. Запомните меня такой. Мы постриглись. Правда, ничего не укладывали, потому что невозможно феном сушить и укладывать смысл. Смысла вообще никакого нет. Поэтому как-то так. Мы покороче стали, здорово. Вот Диане тоже. Мы опять зашли в Киссос пообедать. Вот под таким деревом сегодня сидели. Постриженные, довольные. Заказали покушать. И мы здесь абсолютно одни. Обслуживать будут только нас. Блюдо. Это краб с авокадо. Мне что-то захотелось. Андрей, все тут баранины. А у Дианы пицца с арбузным шейком. Ребят, поздравьте. Мы купили рыбалку VIP Fishing за 170 евро. Мы уже думали, что этого не произойдет. Мы искали везде. То нам предлагали яхту за 600 евро. Вот. И мы чуть не согласились. И мы чуть не согласились уже. Ну, вовремя. Мы одумались, потому что это была рыбалка на окуня на 4 часа. В принципе, на окуня это неинтересно. Мы хотели на тунца. Да, Андрей? Мы хотели. Ну, ты хотел. Нет? Да. Вот. И мы нашли рыбалку на тунца, VIP. Все дела. Завтра Андрей заберет Мерседес С-класса. Повезет в Ларнаку. Вот. Ну, я думаю, что будет интересно. Времени 19:16. Мы собрались на ужин. Вот такие, кстати, штанцы я сегодня себе прикупила. Томми джинс. И сейчас пошла их выгуливать. Они такие легкие, прикольные. Вообще супер. Вот так подогнуть решила. Вроде неплохо. Большой-большой аквариум здесь. Ну и такая атмосфера. Нам принесли. Андрей. Сейчас есть кунг. Кунг уже есть начал. Вкусно, да? Да. Вообще нежнейший был. Дианы. Не походкаешь, не поешь.
А мне салат с тунцом. Это местная чурчхела. А вот это чурчхела салмиаки. Шучу, конечно. Это называется суджукас из виноградного сока, гранатового сока. Ну, чурчхела. Чё? Вот, а также здесь большой выбор вина, оливкового масла, казинаки, специи. Вот еврик 50 в такой баночке, прикольно. Это для феты, микс. Это для картошки, барбекю. Ну, короче, очень много всего. Какие магнитики клевые. Смотри, какие магнитики. Вот этот. Блин, не разбить бы, они какие-то стеклянные, что ли? Евро 99 стоит. Нуга, нуга. Кстати, вот такая нуга очень вкусная. Мы ее брали уже. Я думаю, что вот эта тоже вкусная. Вообще вся она вкусная. Ух ты. Так, сувенирчик какой-то. Что такое? Между прочим, вин... А, бренди. Бренди в таком вот... Сколько стоит? 4,95. В таком чехле. Прикольно. О, I love Cyprus. Две чашечки прикольненькие тоже. Вообще сувениров очень много. Мы сюда еще, я думаю, наведаемся. Такие точилы тут стоят. Баги? Вот, я хочу сказать, что мне нравится здесь то, что нет движухи. Народу немного, все сидят по кафешкам, по барам, по ресторанам. Вот, работают магазинчики, можно купить все. Вот. Народу реально немного ходит. Практически его нет. Мини-закупочка у нас. Яйца. 6 штук. Больше нам не надо. Пивас. Мы как-то решили, что Кео нам лучше. Ну, полегче. 4,5. Йогурты. Мы брали вишневые, очень вкусные. Со стевией, но после вкуса никакого нет. Очень вкусные йогурты. И очень много фруктов. Местные. И местные печенюшки. Ну, с какими-то конфетками. Не знаю, завтра к чаю, кофе. Вот и все. А нет, еще не все. Еще мы купили маленькую-маленькую бутылочку винца попробовать. Такое Валентино. Оно полусладкое. Сейчас попробуем.